Подписание соглашения о культурном сотрудничестве между Министерством культуры Пермского края и Главным управлением культуры города Севастополя – это знаковое событие в жизни нашего города. Объединение Севастополя и Пермского края не случайно. Героическая история нашего города, патриотизм его жителей, мужество защитников были и всегда останутся источником вдохновения для создания лучших произведений литературы и искусства. В свою очередь, в последние годы Пермь получила в России известность как столица современного искусства, которая процветает во всех его проявлениях – от театра до живописи, от архитектуры до графики. В то же время в Пермском крае сохраняются исторические памятники, в том числе старинные монастыри и храмы, расположенные на территории региона. В течение нескольких дней севастопольцы познакомятся с творчеством Пермского губернского оркестра, театра, балет Евгения Панфилова и другими коллективами. В дальнейшем культурное сотрудничество и взаимодействие регионов подарит зрителям лучшие образцы культуры, возможность увидеть лучшие коллективы регионов. Я уверена, что сотрудничество между нашими регионами со временем лишь окрепнет и даст старт другим не менее значимым проектом. Я сегодня с особым удовольствием обращаюсь, конечно же, ко всем севастопольцам, ко всем жителям этого замечательного, героического, овеянного славой нашего русского оружия, победами нашего русского оружия города. Я прежде всего, Галина Ивановна, хочу поблагодарить вас и в вашем лице правительство Севастополя за ту честь, которую вы оказали нам и нашей делегации, с тем, чтобы мы могли сегодня, находясь здесь, подписать соглашение о нашем культурном сотрудничестве. Действительно, находясь сегодня здесь, в Крыму, мы отдаем себе отчет в том, что в значительной степени это паломничество. Это отдание чести и должного тем героическим подвигам и тем страницам нашей истории, которые связаны с выдающимися деятелями культуры, с нашими военачальниками, с тружениками и, конечно же, с теми, кто защитил честь, достоинство и российскую государственность. Для нас особенно важно сегодня припасть к тем историческим камням, которые составляют честь, славу, совесть и дух нашего российского народа. И это Севастополь. Севастополь, который сегодня высоко несет знамя двухглавого орла и триколора и Андреевский флаг. И мы счастливы, что у нас есть сегодня возможность вплести в этот замечательный, в эту замечательную картину и флаг нашего гордого Пермского края, который славен своими культурными традициями, своим историческим наследием, классическими образцами, которые составляют выдающееся наследие всей нашей российской культуры.